Владимир, вот насколько я знаю, вы чудесным образом получили баночку синтезита, да, и случайным образом вошли, так сказать, в нашу тестируемую группу. Ну, на самом деле, случайным. Почему? Потому что мы про вас ничего не знали. Мы не знали, что вы получили эту баночку, специально вам ее не высылали. Вы получили ее от совершенно другого человека, который непосредственно контачит с Владиславом Александровичем Карабановым. Почему вы просили эту баночку дать именно вам? Да? Что у вас произошло в жизни, что вам вот понадобился синтезит? Ну, в связи с тем, что, я же говорю, общие друзья, знакомые, в общем-то, друг друга все знаем. И поскольку случилось так, что у меня образовалась травма, оторвалась подушечка правой руки на среднем пальце. Ну, естественно, травма довольно неприятная, тяжелая. Естественно, все мои друзья начали искать способы, как бы помочь. Ну, естественно, первый же, как бы, среди своих знакомых, друзей, нашлись друзья друзей, которые мир тесен, и, соответственно, у кого-то оказалось это средство, которое, по идее, должно помочь. И таким чудесным образом, ну, а как говорят в народе, вы к богам по-человечески, не к вам по-божески. Поэтому пути исповедимые, людские и промысла. Поэтому я оказался в этой среде, в этой категории, которые испытывают ваши средства. Владимир, расскажите, пожалуйста, вот вы сказали про вашу травму, да? Наши зрители, те, кто будут смотреть эту запись, они, ну, в принципе, может быть, не понимают, да, что это такое, подушечку пальцев. Может быть, то есть как-то продемонстрируйте на руке, да, то есть подушечка, это вот получается вот это вот место, вы его отрезали, да? Вот эта часть полностью оторвана, видно, да, ага. Часть на правой руке полностью ампутирована. Травматическим образом. Ага. И получается, что у вас это все дело очень долго заживало, или как? Ну, это случилось 24 января, вот скоро месяц. Ну, естественно, и болевые ощущения, и кровотечение не прекращается до сих пор. Поэтому, как бы, ну, довольно длительная процедура заживления. Владимир, вот поясните, пожалуйста, то есть вы не зашивали там ничего, то есть там нельзя было зашить, перешить, у вас там получается оголенное мясо просто, да? Да, там полностью оно все оторвано, ничего не пришивалось, потому что пришивать было нечего, оно было полностью ампутировано. И постоянно кровоточило, болело? Ну, естественно, конечно. Угу. Вот. Там же окончания все, в общем-то, чувствительное место. Хорошо, получается, вы получили вот тот же самый синтезит. И что произошло дальше? Вот какие у вас ощущения были? Ну, ощущения пока что, как бы, мне сравнивать не с чем, поскольку до этого не было таких опытов. Но скажу, что как бы чудесным образом уменьшилось болевые ощущения, уменьшились кровотоки. И, соответственно, сегодня я был на приеме у лечащего доктора, который сказал, что процесс заживления, как бы, уже по краям начинает нарастать новые эпители, новая кожа. Поэтому, как бы, еще месяца не прошло, уже видны конкретные результаты. Скажите, пожалуйста, Владимир, на какой день вы почувствовали вот этот результат, что у вас начались какие-то ощущения, улучшения? Ну, где-то на четвертый день я, в общем-то, в принципе, сейчас я 9 капсул принял уже, каждый день по одной. Вот где-то с четвертого дня у меня, как бы, началось более
видимые такие процессы. Ну, видимые процессы в плане того, что уменьшился болевой синдром, как-то вот... Да, уменьшились болевые ощущения, уменьшились такие постоянно ноющие, тянущие, она и колющая, и печет, и в общем-то, сразу все вместе. И кровотечение вы писали в письме. Да, и кровотечение тоже стало меньше. Площадь, скажем, пятна, из которого истекает, начала уменьшаться. А скажите, пожалуйста, Владимир, по общему ощущению самочувствия, энергия, вот сон, настроение, есть какие-то вот у вас изменения? Ну, не знаю, у меня как бы в этом плане я особо не акцентировал внимание, ну, обычное. Я вообще-то образ жизни довольно активный, поэтому таких нет особых замечаний или каких-то ощущений в этом плане. Угу. Пока что у меня как бы одна наиболее значимая для меня область, куда внимание направлено. Ну да, естественно, когда там подушка пальца отрезана и постоянно бежит кровь, то ты об этом думаешь и ни на что другое не отвлекаешься, ничего другого не замечаешь. Я согласен с вами, да. Те более тонкие ощущения, они как бы, наверное, отходят на второй план, их просто незаметны. Да. А как ваша супруга Любовь, вот она тоже синтезит, я понял, принимала, да, эти 10 дней? Сейчас я посажу, пусть она вам ответит, как на духу.